целях обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции на территории торгового комплекса «Гранд Базар» на ярмарку сельскохозяйственной продукции. В этот раз были поставлены товары сельхозтоваропроизводителей Базахского, Жамбылского, Рыскуловского, Таласского, Шосского, Муйнкумского районов и города Тараза. По каким ценам предлагали свой товар крестьяне в нашем следующем материале. Населению была предложена сельхозпродукция товаропроизводителей нашей области в количестве 59,5 тонн на общую сумму в 37,1 миллиона тенге. Это 11,2 тонны мяса, куда входили конина, говядина, баранина и мясо кур, 3 тонны колбасных изделий, 4,5 молочной продукции, 6 тысяч штук яиц, 0,5 кондитерских изделий, 3,4 тонны макаронных изделий, 2 тонны рыбы, 2 муки, 31,7 тонн плодов. До овощной продукции. Бүгүнгө дейин жарминке Гранд Базар аумагында өткөрүлүүдө. Вот так проходит наша сегодняшняя сельхозярмарка. В преддверии Дня Республики 22 октября будет организована еще одна ярмарка на центральной площади областного центра. Все это у нас в планах. Продукция местных сельхозтоваропроизводителей хорошего качества. На 15-20% ниже рыночной стоимости. Накануне зимы запастись овощами впрок пришло немало народа. Лук, кстати, продавали по 80 тенге за килограмм, картошку по 100. Довольно бойкой торговлей и продавец Салтанат Айткулова. Мы привезли на ярмарку яблоки из Жолынского района, привезли газелью, поставили хорошую для населения цену по 180 тенге. Яблоки крупные, сочные, прямо на подбор, и люди разбирают с удовольствием. Действительно, горожане разбирали такую качественную и приемлемую по цене продукцию. В магазинах и рынках такой цены нет, говорят они. Нормально, я считаю. Сейчас цены растут, но вот 110 нормально. И при том она бурнинская, хорошая картошка. Была на ярмарке, цены нормальные. У нас картошку взяла по 130, яблоки хорошие по 180, яйца по 400. Меня все устраивает. Я рядом живу, здесь часто бываю. Торговля прошла бойко, довольными остались обе стороны, и продавцы, и покупатели. В эти осенние погожие дни главное не пропустить следующие сельхозярмарки. Кулеш Умурзаков, Ислам Кудиарбек, 77 News.